Не попал, да. Так, Витя идет. Назад не сдаст, я его знаю. Лебедка. Женя, трос натяжки все время. Получился, но надо дорабатывать. Не хотели оба УАЗа сюда ехать. Натяжку, натяжку держи, натяжку! Чтоб снимать, да, это да, самое, да. С первых рядов. Да, да. Как я? Блин, даже круг не проехал. Кардан, наверное, отломался передний. Саня! Выключи камеру. Чуть не право. Так, лидер идет. Самое болото. Мы. А, там тоже такой. Сбросило меня. Там ехал. Да. Не, назад мало спустил, надо было. От ноль надо было назад спускать, ну почти от ноль. Отец Павло, блин, ты не мог нас благословить? Я же тебе сказал, что да, я сниму вас, пока целый. Это ты сглазил жару. Я не сглазил, Руслан, я факты констатирую. Да, кто без шлема, отошли отсюда, тут нельзя находиться. А кто без волос, то вообще нечего сделать. А, ну я подальше, кто ему шлем дал? Кто ему дал дальше на шлем? Ну, ты его отродясь не было. Вова, уходим. Вперед, вперед, проедь! Макс! Можно я
участвовать. Запрещено, что Кудрявым запрещено тут находиться. Видите? Кудрявым с под шлема торчат. Тихо, не мешай. Так, Андрюха цепляет, сейчас нас вымут. И можем идти мыться. Ну там реальный цемент, конечно. Да, две машины дубасят только. Зато какой кадр красивый, блин. Где бы ты так сфоткался еще, если бы он не сломался? Чуть-чуть не попадает на траекторию, и все. Давай, руль вправо. Все, пошел. Макс, отойди от машины! Андрюха, считай повреждения! Драка будет или нет? Не-не, просто мусоров вызовем. И страховую компанию. И страховую, да. Да ладно, чтобы ничего от УАЗа не подхватили, да, Русик? УАЗ от УАЗа ничего не подходит. А дорожка-то занята. Не-не-не, там так... Там, где я не проехал, вы не проедете. Вот это будет картина сейчас. Картина маслом. Нормальная компания. К сожалению, не удалось покататься, но... Руля туда! Трактор, блин. А вот и хищник приехал. Дорога свободна, да. Мой штурман чище, я тебе говорю. Да. Долго сидит. А что он делает? Молитву читает? Андрюха? Да. Да, да. Вечернюю молитву.
Вот оно то туда, то сюда. Закусило. Да. Так. Пошло нормально. Когда вы уже трактор сдвинете с места, а? Не, его не сдвинешь, он на лапах. Четко попал на траекторию. Мы пошел, в принципе, правильно. Не хватило зацепа. Так. Вова продолжает дубасить. Сейчас пусть пацаны закончат, чтобы мы сейчас перекроем просто, будем мешать. Перекроем. Да? Что, редко ломаются? Ага, я вот сегодня уже разорвал. А я знаю, что... Красиво с отрывом переднего правого от земли. Следующий. Так, продолжается театр трех актеров пока. Красиво. Так, все, финиш. Что, полтора часа прошло или сократили программу? В общем, на сегодня все. Подъезжай вытягивать. Или ты? Подъезжай, там прицеплено, да? Да. Да, веревка прицеплена. Спускача, сейчас запуск. Сфоткай момент запуска. Засними, дай, что он делает. Он намадывает эту штуку. Это же он за мной едет, за мной едет. Да, сломались, но ничего, доработаем, и все будет огонь. Спереди. Бросай трос, лебедку не брали. Да, сильнее только бросай. А трактор аккуратный, веревка. Опа! Что, зашел чуть в землю, да? Давай, давай, ты мой штурман сегодня. Разве не? Так, к августу высохнет, он сам выйдет. Сразу и веревку бросаем. На картину пройду. Так вытащишь?
Отходи, отходи, отходи. Потихоньку только, Вань. Отошли, отошли, отошли. Он сам едет, даже пилот не нужен, видели? Крутяк. А, как это произошло? А где, наверное, по ним все пилоты нужны, для чего? Говорит, заводи, езжай сам. Руслан, там некуда ехать, нахер, поезжай. Я вижу. Руслан, садись, она их не кинет уже обратно. На, подержи трос, шлем. Скажи же, постоял. Поехал на план. Да не, ну тут полный сервис. Мне не пришлось даже туда нырять. Да нормально идет. Что там, кардан отпал? Нет? Шрус все-таки. Все-таки шрус. Давай. На прием. А вы опять крутите. Да, все-таки шрус рванули. Кардан на месте. Видимость ноль. Да, вперед спустили много, а зад... Зад не спустили. Вот так трактор нас катает. Ваня решил нас покатать. Ближе к себе ведь. Чуть-чуть к себе возьму. Так, ночная опять погрузка. Вот это день Рубилова был просто неимоверный. Вот, поехали. Уже это чудо кажется простой, знаешь, тебе задачка. Погрузи чуть-чуть. Да-да, ты ослабляй чуть-чуть. Ближе чуть-чуть к себе, Витя, ближе. К себе чуть ближе. А, стоп! Стоп! Теперь поворачивай в стрелу. Давай туда. Жека, стоп. Держи, чтобы она ровная. Жека, потяни на себя. Подтяни, Жень. Давай, так, давай, два. Заводи. Жень, она впереди, никуда не вижу. Можно чуть-чуть на себя, на тебя. Чуть-чуть. В принципе, она в притирочку заходит. Оп-оп-оп. Это много. Ну поехали, давай, заводим, заводим туда, давай вправо. Вправо, поехали, 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 поехали. Тут заебись у себя, смотри. Смотри, ты будешь майнать, она подастся вперед, правильно? Да, да, да. Ну значит вот так давай пробовать и майнать. Потихоньку только. Витя, просто на трассу вниз вот так опускай и все. Да. Он еще в курков, если укрылся в борт, чтобы он не дотронулся до того УАЗа, получается. И еще сейчас ты если поставишь, ты потом не достанешь эти веревки, Руслан, смотри. Под колесом будут веревки, которыми крепить машину. Вот. Подожди, Витя, там стяжки, стой. Иди, Руслан. Колесо там становилось ровненько, а то я хуй пойму. Сейчас, стой. Лучше, ко мне подкидывай. Ко мне подкидывай.
мне, Руслан, ко мне закидывай. Да, да. Все. Опускаем? Опускай. Ко мне надо чуть ближе, Витя, ко мне надо. Тебе? Да. Чтоб борта закрылись. Хорош, давай. Опускай. Давай, давай, давай. Опускай. Опускай. А вперед больше нельзя было. Шо, впереди нормально все. Подожди, Витя, не опускай. Не опускай, сейчас. Слышишь, колеса очень далеко на ту сторону, надо сюда подать ее. Ее надо приподнять и подать на меня. Приподними чуть-чуть. Нет, ты опускаешь. Нет, там не закроются борта. Тут очень далеко, тут много места, а там висят. Жень, тяни. Я уже год, хватит, правильно? Вот это заднее надо. Хорош, стой! Сейчас, подожди. Я подниму. Нет, не поднимай. Давай туда. Подать. Назад не поднят. Сейчас покрышка упирается в твой Витя бампер. Ну покрышка мягкая, там не страшно. Так, друзья, вот эта яма, которая самая жесткая рубилова, в которой мы все сломали. И счастливые и довольные, да, едем домой. Да не, ну крутой очень оффроуд. Самое круто было, когда 23 машины все, смотри, стартануло. С мигалками приезжаем. Пока! В общем, основной вот это выезд.